Международный и генеральный партнер имеется. И самое важное, что Faberlic расширяет ассортимент своей замечательной продукции. Минуточку! Будьте добры, помедленнее. Я записываю. Кто это? Наверное, консультант. Это хорошо. Теперь консультанты могут продавать не только кислородную косметику, но и продукты от бьюти-кафе. И вот когда финансовые и другие успехи компании достигнут небывалых астрономических высот, лично я подниму первым бокал за Faberlic. За то, чтобы все директора, и бриллиантовые, и золотые, и все стали участниками международной конференции, которая пройдет на берегу Красного моря в самом Египте. Так выпьем же за то, чтобы сколько денег мы не зарабатывали, мы стремились зарабатывать еще больше. Благодаря Faberlic. Что такое, дорогой? Шурик, дорогой, what's happened? Faberlic. Хочу.